Превышение скорости, несоблюдение разметки и проезд на запрещающий сигнал светофора. Это наиболее распространенные нарушения правил дорожного движения в России за последние 2 года. Об этом рассказали в МВД России. В ведомстве назвали и другие частые нарушения российских автовладельцев. Среди них несоблюдение правил расположения машины на проезжей части, встречный разъезд или обгон и отсутствие обязательной страховки. Также напомним, что ранее МВД России приступило к разработке изменений в Кодекс об административных нарушениях по ужесточению ответственности за езду без прав. Тем временем на днях российских водителей избавили от обязанности устанавливать знак «Шипы на машину».